Сплюхи. Я нет. Сплюхи. Кто спать хочет и спит много. Сплюха. Паша, ты меня зацепил. Прости. Мы сегодня, ребята, едем в город. Я тоже сплю. Я еще побриться надо. Едем в город. Чем мы туда едем? Он нас поедет, развлекает. На американских горках покатаемся. О, тут в торговом центре уже все украсили. К Новому году все приготовили. Сейчас я заберу наши заказики генелевские. Ребята пока ждут в машине. Сейчас быстро раз, два. И поедем в стоматологию. Наша закупочка на месяц. Уже Танюшка дома будет делать обзор. Сейчас поедем в стоматологию. Что-то они там совершенно не скучают. Соскучились? Танцы, блин, которые... Ой, сейчас, прокрути. Понятно, это понятно. Про... Но мы не будем показывать сюда но танцы про... балерин, но то, что вы смотрите, это хорошо. Ребята у нас кушают, чтобы потом после стоматолога не быть голодными. Вот, так что приятно вам, ребятки. Вот мы и приехали уже в стоматологию. Сейчас мы тут отстоматологимся и поедем дальше. Ребята доделывают английский, заканчивают домашки, потому что сегодня у них английский на 4 часа, правильно? Вот. Вот в этом и прелести семейного обучения. Когда хочу, где хочу. Взял, доделал, спокойно, никуда не спеша. Правильно или неправильно я сказал? Правильно. Ну, что можно делать даже только не вовремя. Ну да. Анюта тут учит слова. Шашуня пишет. Вы молодцы. Заехали мы к Саше, к другу нашему. Нужно ему ноутбук сделать. Попросил, купил новый винчестер. Говорит, Боря, можешь помочь? Говорит, да без проблем. Заеду, заберу. Так что сейчас мне дочка отдаст. И поедем. У нас где-то... нужно в МВидео заехать. Да. Людочка, я. Порешал я уже много вопросов разных. И налоговой вот был. Решил здесь вопрос, забрал ноутбук у Люды. Теперь мы поедем в МВидео. Нужно забрать клавиатуры. А то Пашуня у нас... Я ему чуть продлил стол, и теперь ноутбук стоит далеко. Он говорит, папа, мне очень неудобно аж туда набирать, там и все. Говорю, хорошо, давай клавиатуру тебе купим. И мы сразу с Танюшей взяли две проводных, обычных, USB-шных. Но, как обычно, через кэшбэк-сервис, хоть и там 700 рублей клавиатура, но через кэшбэк возврат процента идет от МВидео, так что мы всегда как покупаем МВидео в своем любимом магазине электроники. То мы и, соответственно, Пашунь, на возьми, пристегиваемся. То мы, соответственно, и покупаем через кэшбэк-сервис. Щетки не очень так, как здесь они улыбаются так очень странно. Покажи ближе. Купил ребятам щетки с чехлами. Какие были, такие нашел. Вон сколько ищем. Нету нигде. Зубных щеток полным-полно, а с чехлами нет. Вот это нашел одни. Поменяем, а то в пакетах возить щетки не очень-то и прикольно. Где-нибудь дорогу или еще что-то. А так чехольчик чик накинул, все. И она чистенькая будет. Вот и приехали мы.
за клавиатурками. Сейчас пойдем заберем. Взял клавиатурки обычные, логитеческие. Да, да, да. Я же помню, что логитеч брал. А теперь можно ехать домой. Сегодня много сделали работы, и на 4 часа у ребят английский дома. Так что они тут сидят, что-то там уже жуют. Паша, открывай. Не здесь открыл. Ну ладно. Нет, погоди. Что жуем? Чипсы. Понятно. На, Пашунь, клавиатуры. Забирай. Все, едем домой. Едем. Да, забыл сказать. У нас получилось они 1380. Две штуки. Но так как брали через кэшбэк-сервис, мы пользуемся Cashflow Brands, то нам вернется, ну, рублей, наверное, это к 40. И так по чуть-чуть с каждой покупочки будет кап, кап, кап. Таня себе смартфон купила с того, что нам капало к Xiaomi. Вот. Ну, ссылочку на кэшбэк оставим в описании видео. Кому надо, переходите, пользуйтесь. Поели? Да. Да нет, вместе такие. Пристегивайся, Паша. Едем домой. И теперь со снежком, с ветерком домой. У нас поворот на Горохово оккупировали лошади. Ребята, давайте я проеду. Что мы кушаем? Что вкусного? Что вкусного? Земля вкусная. Соль? Соль кушаем? Ну, что-то, наверное, так.